В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки. С таким предложением выступил депутат Дмитрий Юрков. Догадайтесь, от какой партии избирался этот депутат. И на первый взгляд предложение даже не кажется абсурдным. Напротив, если его как следует обработать с помощью пропагандистов и подать затем малограмотным россиянам в нужное время, да с хорошим гарниром. Ай, молодец какой господин Юрков, ну так во всяком случае оно будет выглядеть, ах да. Я же не рассказал, что конкретно человек предлагает, а все просто. Вот мы расселяем сегодня жителей трущоб, делаем это за счет бюджета или якобы за счет бюджета, но казна-то ведь не резиновая. Денег на всех не хватает, процедуры по расселению осуществляются в порядке очереди, так давайте ипотечные кредиты в данный процесс включим, недорогие, 3%, не более. Ну это я сейчас идею народного слуги до вас доношу. Короче, нуждаешься ты в расселении, живешь в аварийном доме, чё тебе ждать очереди? Оформи ипотеку по льготной ставке и вуаля, уже завтра отмечай новоселье. Слушайте, ну молодец мужчина, далеко пойдет, а мы начинаем. Дорогие друзья, помните, рассказывал вам о китайской нефтяной корпорации Sinopec. Месяц наблюдал, как ведут себя акции компании, все-таки купил 7 штук по $26, потратил 12 с копейками тысяч, ну говорят, что в ближайшее время бумаги снова начнут дорожать, кстати, сегодня они уже по 29 продаются. Если будет как в прошлом году, когда их цена подскочила до $74, то в общем не зря связался, хотя чего волноваться. Нефть и газ в обозримом будущем с рынка точно не исчезнут, значит, и я не проиграю. Тоже хотите попробовать? Переходите по ссылке внизу, регистрируйтесь, действуйте. А вот теперь, господа, переходим ко второй части марлезонского балета, или, как я люблю иной раз замечать, стал бы я вам рассказывать эту историю, если бы в ней все было так просто. Первое, что нужно понимать. Мы сейчас говорим о расселении жителей аварийных домов, чем, в общем, до сегодняшнего дня занималось государство и что являлось обязанностью государства, социальной ответственностью, если так понятнее, что предлагает Юрков. Давайте скинем уже с наших плеч этот геморрой, нехай аварийные о своем расселении сами позаботятся. И кто-то даже, наверное, скажет, ну и что, правильно говорит, почему государство-то должно заботиться о таких гражданах? Вот недаром я чуть выше сказал про россиян, что они малограмотны, и это уже во-вторых, да потому что каждый домовладелец в нашей стране, каждый собственник квартиры ежегодно платит а. земельный налог и б. налог на имущество физических лиц. Как вы думаете, зачем мы эти налоги платим? Чтобы кто-то себе очередную яхту прикупил или молоденькую телеведущую на лазурный берег свозил, погулял там ее посильнее. Да вот за эти мы платим, чтобы в случае чего мы с вами могли рассчитывать на помощь из сундука под названием бюджет, в который мы регулярно складываем денежку. Не будем забывать также, что с недавних пор россияне, помимо вышеперечисленных налоговых платежей, делают отчисления еще и в фонд капитального ремонта, жители трущоб тоже. И вот теперь представь себе, живешь ты такой, не тужишь, платишь налоги как порядочных, имеются в виду вот эти налоги, квартирный, земельный, за капремонт отстегиваешь, а однажды тебе говорят, знаешь, дорогой, ваш дом признан аварийным, вы давайте съезжайте. Стоп, а куда? Справедливо спросишь ты, как куда? Иди в банк, бери кредиты, отселяйся, государство вам ничего не должно. Простите, а куда девались те деньги, которые я много лет отчислял государству? Куда девались деньги из фонда капитального ремонта? Как куда? Пошли на помощь детям Африки, так что ты давай тут не умничай, банк вон там. Уважаемые друзья, Россия на системной основе оказывает содействие развитию африканского континента. Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К
настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов. Еще один неприятный момент в этой истории, и вот об этом вам пропагандисты точно не расскажут. Если идея Юркова найдет отклик в сердцах его коллег и превратится в закон, этот закон станет настоящим подарком для черных риэлторов. Хотите, как в 90-е? Вот! Почему? Ну, давайте вспомним, кто в подавляющем большинстве у нас проживает в трущобах. Правильно, асоциальные элементы и малоимущие. И вот теперь представьте, что на этих людей навесили ипотечные кредиты, пусть даже под 3%. Смогут ли они их платить? Да нет, конечно. Рано или поздно люди влезут в долги, зато у этих малоимущих, зато у этих алкашей появятся новые квартиры. Вот это действительно сюрприз. Друзья, да в 90-е жулики даже не мечтали о таком, чтобы государство само предложило создать конвейер по производству потенциальных должников, владеющих льготной недвижимостью. Дальше продолжать, или сами уже догадались, что может произойти. Да мы армию бездомных получим, бомжей самых настоящих со всеми вытекающими. А криминалитет на данном законе озолотится просто. Кстати, мне правда интересно послушать, что по этому поводу станут врать пропагандисты. Это реальная журналистика, печальные новости с колена встана вашему вниманию. Поехали! РИА Новости провели исследование, и выяснилось, что россияне тратят на еду более 30% своего бюджета. Я, если честно, не знаю, как проводилось данное исследование, что конкретно в нем учитывалось, какие еще статьи расходов. В смысле, потому что, ну давайте будем честными, цифры эти выглядят не очень убедительными, и сейчас объясню почему. Оплату коммунальных услуг ребята из РИА Новостей посчитали, а это на минуточку пол зарплаты среднестатистического жителя великой и могучей, до 80% пенсии, если мы говорим о пенсионерах. Не будем забывать, что, например, работающий человек тратится еще на транспорт, перекусить ему нужно чем-то в течение рабочего дня, одеться нужно во что-то, не голым же на службу ходить. То есть просто потому, что ты ходишь на работу, тебе приходится нести какие-то расходы. К тому же, ну мы все иногда болеем, особенно вот сейчас зимой, а лекарства стоят сами знаете сколько и так далее. Че там остается-то у человека? Про какие 30% бюджета на еду нам опять лепят Горбатова? Да у гражданина, если 30% под зарплатой останется после всех этих вычетов, уже хорошо. Как, блин, эти счетоводы бабки подбивают? Громкий скандал в Хабаровском крае. Местные чиновники, среди которых первые лица региона, тратят миллионы на еду из самых дорогих ресторанов города. Причем делают это открыто. Правительство несколько раз в месяц проводит аукционы на сайте госзакупок. Только за текущий год власти съели почти 7 миллионов рублей из краевого бюджета. Ну а чтобы россияне поменьше о еде думали, Владимир Путин подготовил для них новогодний подарок. С 1 января еще в 19 регионах Российской Федерации граждане начнут платить так называемый налог на самозанятых. И если кто-то забыл, что это за налог такой, ну вот, например, сдает бабка квартиру, чтобы хоть как-то выжить, потому что пенсию нищенскую получает, все, теперь она самозанятая и обязана отдавать на общак 4% от платежа квартиранта, ой, простите, в бюджет, конечно же, или вот ты бомбишь вечерами, насилуя свой старенький автомобиль в ущербу времени, которое мог бы провести с семьей, но ради двух дополнительных кусочков колбаски на новогоднем столе тоже плати. Супруга твоя узоры на платочках вышивает, затем продает эти платочки на Авито, тоже ради лишней копейки ее данью обложат, ибо нечего пытаться выживать в действующей системе координат. Каждый человек, который ведет такую деятельность, в любой момент может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Это и незаконное предпринимательство, это и уклонение от уплаты налогов. А главное, что это может прийти не государство. Кстати, о пенсионерах. Господа, вы тоже без подарков не останетесь. Пенсионный фонд России совместно с налоговой службой приняли решение бдить за вами, чтобы, не дай бог, не переели. Не за всеми, конечно, а только за теми, кто, находясь на пенсии, еще и подрабатывает.
Такие граждане обязаны будут наравне с предпринимателями, наравне с самозанятыми сдавать налоговые декларации, даже если кто-то полы где-то моет за 3,50. Это все равно считается дополнительным доходом, и вот если вы за эти 3,50 не отчитаетесь, штраф 120 тысяч рублей. Господа, еще раз. 120 тысяч за то, что пенсионер, получающий пусть 14, где-то подработал. Я не знаю, как это комментировать. Я не знаю, каким словом это можно назвать, чтобы его можно было в эфире произнести. Вот смотрите. Государство загнало людей в нищету. Люди ищут хоть какие-то пути, дабы ноги не протянуть. Они ничего этого у этого государства не просят, потому что бесполезно. Нет, мы их налогом нахлобучим дополнительным, штрафы космические введем. Откуда эти цифры вообще берутся? Вот у меня мама получает повышенную пенсию, как ветеран труда, как человек, у которого 50 лет стажа. Знаете, сколько это повышенная пенсия? Что-то около 20 тысяч. Даже для нее штраф 120 будет неподъемным, а есть те, кому платят меньше 10, им что делать? Если оштрафуют, да они же в ящик сыграют, испугавшись. И я сейчас необразно говорю, какими мерзавцами надо быть, чтобы предложить подобное. Вот сейчас мы готовимся праздновать 75-летний юбилей Победы, а мы уверены, что мы фашизм-то победили. Все, это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху, в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем и обсудим, а я за сим спешу откланяться, пока. Пока!